Добрый день, уважаемые друзья! С вами компания Евротех Москва, меня зовут Антон. И сегодня мы покажем и сделаем небольшой обзор сопла для огнеупорных работ, которые используются в основном на металлургических предприятиях для ремонта футеровок разнообразных печей, ковшей, ну и всех тех объектов и узлов, которые требуют нанесения огнеупорных материалов. Итак, прошу, можете посмотреть. Само сопло разборное, представляет из себя сопло из нержавейки, которое сюда фиксируется, естественно, рукав. Далее, распылительное кольцо, тоже нержавейка, порядка 16 отверстий. Плотно садится в посадочное гнездо. Далее фиксируется муфтой. Обратите внимание, из хорошего металла тоже идет на конус. Соответственно, смесь будет хорошо распыляться и подаваться. Все на резьбовых соединениях. Соответственно, очистка после работ будет проходить очень быстро и легко. Итак, вот готовый элемент. Это именно, скажем так, основа пистолета. Далее. В комплекте идут два удлинителя по 1,5 метра. Тоже толстостенная нержавейка, дюймовая. Значит, ну, вкручивается пистолет. Никуда вкручиваю, ну, мелочи. Вкрутили. Далее, если у нас небольшая какая-то длина для нанесения, мы можем сразу на 1,5 метра поставить специальный конус направленного действия. То есть смесь будет попадать на лоток и будет происходить распыление именно в том направлении, которое нам необходимо. Также на резьбовой муфте, то есть вкручивается и получаем готовое сопло. Если расстояние у нас более 1,5 метров или нам нужно дотянуться до какого-то момента, в комплекте идет муфта из нержавейки, толстостенная, хорошая. Накручиваем и соединяем и по факту мы можем наносить огнеупорную смесь на расстоянии более 3 метров. Итак, сопло огнеупорное в наличии в компании Евротех Москва. Кого заинтересовало, звоните, расскажем. Всегда есть в наличии.